в данной ситуации Россия даже в этом смысле, в исламском факторе, ну, никак не может быть объектом даже для ИГИЛ. Мы как раз в этом смысле, вот в общемировых геополитических и тем более в региональных конфликтах, здесь не только поддерживаем как бы вот все эти сегодняшние... ИГИЛ мы не поддерживаем. Не ИГИЛ, конечно. Презираем. Я имею в виду, мы в региональных конфликтах, мы понимаем, где кто есть. Мы прекрасно понимаем, где есть наша страна многонациональная.